Вот за такое я расстреливаю. Приветствую, мои подписчики. Хочу поздравить вас с новым учебным годом. Надеюсь, вы хорошо провели время этим летом. Как бы это грустно тоже не звучало, но мама мне говорит, пора в школу. И в связи с этим у меня будет меньше времени, чтобы заниматься своим каналом. Но я постараюсь сделать видео хотя бы раз в две недели. Также хочу поблагодарить тех людей, которые с нами играли на старой версии по ECP. Будет ли еще старый ECP на моем канале? Возможно. Но я также планирую сделать финальную серию по Софтикрафту, ибо материал по нему валяется уже больше месяца, и занимает он 400 гигабайтов. Также я хотел сделать реворк этого видео, и рассказать о другом способе, как включить голосовой чат Нейзи. Да и вообще, я бы хотел сделать более подробное видео про локальный сервер по Майнкрафту, чтобы исправить ошибки того видео. Но обещать, что я это сделаю, не могу. Хочу поблагодарить вас за 400 подписчиков, я не ожидал, что это произойдет когда-нибудь. И теперь следующая цель — это 500 подписчиков. Надеюсь, мы наберем. Я верю в вас. Он где-то был. Он бежит, он бежит. Он уже не бежит. Закрывай, закрывай! Вот все. Если ты окончишь раунд, тебе дам автограф от Тимфла и тренера Нави, и от Гипса. Включись, надо! Ты этого хочешь? Я знаю, что ты хочешь, это автограф от Саши Тимфл. И это, ты должен будешь нагордиться собой. Кто хочет твою проблему узнать? Ты понимаешь? Если серьезно, просто окончи раунд, пожалуйста. Да без проблем. Блять, его машина сбила. Danger. Light containment zone. Overall decontamination in T-minus 10 minutes. Я в итоге полюбил скотины, блядь. Показываю фокус. Кидаем сюда черную карту. Закрываем гейт. Открываем. У нас больше нет черной карты. Ха-ха-ха-ха-ха. Ничего себе. Где эти пули? Шарт опять ты засвоил.